Керой было бы полегче. Или... Угу, подпердывайте, подпердывайте. Да наконец отхился топово. Ты же заебался хилить, он холипал больше на хилил. Там валики хватали. Бывает, чё, блядь, я то вальки, то, блядь, еще где-то, нахуй. То какой-нибудь хрен убежит, нахуй, от хилов куда-то, нахуй, пойми, какую сторону. Я чё могу сделать? Что если Геру с пулу давать? Шарикарь третий не выйдет? Или все равно выйдет? Не надо Геру с пула. Сейчас стреловну. В принципе, я могу зайти за адмираловского ДЦ-шку вместо себя. На толку. Просто чума здесь пылилась и исчезла. Какая разница? Там все равно кривом заливался. Так из-за этого потеряли и дамаг. Все потеряли. Дамаг никакой не потеряли. Никто именно в таргет не должен был свить. Там свичнулись только тогда, когда меня Валька взяла, и то там оставалось 100 тысяч. Мне больше интересно, что с дамагом было на второй фазе, почему сверки аж, блядь, до рейда долетали. Мне пришлось на край отойти, чтобы она, блядь, не долетела. Коротко об уронах с сферам. Ну да, я так и думал почему-то. Хорош. Амер. Ты понимаешь, что при этом всем я половину этого времени бил лича, как бы. Дай проверку. Удачи. По валькам? Пожалуйста. Прибыли, наконец. Это ты бомбу забагал. И четвертый полечу. Разница. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Что там, бабушки послали? На мне ловушка. Смотрите, чему в сторону.
Гена, смотри, не улетел. Сейчас тебе видно. Двинь 4% доходит. Смотрите, я забер... как мир рушится вокруг вас. Тимыч, рогу подним. Вальки, три. Твой господин зовет. Бафы по роге. Осквернение 10 секунд. Рано. Вот сейчас надо разбираться. Прохил. Гера, где? Была, есть. Да. Поехали по боссу. На малом круге уже РБД находит. На малом круге отменил дамаг. Перед боссом тоблик не стоит. Там. Малый круг. Не, на край, блин. Сейчас на меня в центр ставлю. Все, Вальки, поехали. Гена, ты Вальки или кто там? Там другой лок. Ну, подойдите кто-нибудь с кило, подхильте того этого. Денчик, стой там. Стой там, блядь. Сейчас лоб заражение будет. Сквернение 7 секунд. Сквернение выносим потом по боссу. Под боссом. На большой рейндж. Не будет, так что можете. Сразу сбегаемся. Блядь, у него сквернение, бежите. Кто сопрохи? Вальки сейчас будут. Стали залечаться. По валькам играем. Прихиливаем. Там все вместе стоят, прихиливайте. Осквернение разбежали. Вернее. Броня где там? Валик добиваем.
Олег, призываем еще кучнее, находитесь, чтобы вас прохиливали. Ориентируйтесь по лечу Вальки, 4 секунды, все под лечом. Активнее. Осквернение. Сразу разбежались, разбежались. Дошли от Никитоса. Бежались к плечу быстрее, Валик бьем. Захиливаем. Им на хп. Лока захилите, Вальки улетает далеко. Блять, проебали Лока. Блин. Витас. Сквернение 5 секунд. Разбежались. РДД по ромбику. Все РДД. В трусах лок? Да. Осквернение 5 секунд. Бежали, отвали. Верни. Пошли все. Хиляйте. 25% плеча. Вальки две. Вальки. Все под плечом уже должны. Валик сливаем. Осквернение 5 секунд. Сразу разбежались, после Валик. Колено выбирает. Два процента удача. Валик снесли, потом полечу. Похилите Локу. Клоните. Смешанное осквернение, потом Вальки. Будет его. Давайте босса тунайте все. На рейнджа только, правда, медики. Отойдите от босса на всякий случай. К осквернению. Осквернение было, все. Отлично. Босса добиваем. Все, на край все. Эй, вы дайте. Рахил. Не могу. Меня Валя там схватила, и я застрял. Все тихо. Без ДЦ, блядь. Идите, сука, с рейда, блядь. Со сферками выходим. Все РДД, блядь, бьют сферы. Тут два всего лишь моба. На пульте второго. Так, короче, это женой по япончику БР. Женек, блядь. Минус 2 хила комнату хилить, что ли, будет. Блядь, со сверками, блядь, выйдите нахуй с рейда. Отдачи ты, блядь, долбоёб. Какого хуя ты стоишь? Женек, блядь, быстрее по япончику. И пока тут по денчику. База, сразу встаете, быстро, блядь, прохил. Бафы. Прохил. Коли нову спам, где япончик? Вставай. Вовремя ты встаешь. Я сразу же нажал. Прохил, сразу прохил. Дал Т4. Звездочка. Массакру дал, чтобы полегче было. Пока тут хуярь хоты как хочешь. Ты этот соло подхиливается хоты. Лохма. Нет, мобов не забывайте фонты сливать. Сквернение после комнаты сразу разбежались. За звездочкой наперед никто не забивает. Магов там больше прохиливайте. Броню, фонтов, магов. Комнаты выходим. Сразу. Черепа отошли все. Все по боссу хуярим. По БР остались все. И нападайте по япончику.
вообще на ману что-нибудь дайте. Ну, гримперсик отдаешь пароль по Артемии БР. СС гена завесишь по войду. Осквернение 7 секунд. Осквернение разбежались. Бьем дальше, РД, чё в пинке, блядь? Не стесняйтесь, выбежим на рейндж, бейте. Бафы по япончику, алхимии обновите. Духи. Дай на меня, пускай бежит. СС КБ. Блядь, дайте кто друг, ой. Не хулино бы спамить, да? Ты абсорбия. Хаскулапы. Прохиливаем рейд. Хилим, хилим, хилим. Молодец. Звездочки стоим, ждем. Побежали быстро. Духи, блядь, в рейд летят. Ханты. Сразу осквернение после комнаты. Бежали. Устаунти ты, блядь. Духи летят. Совы откинули. Отойди, блядь, Никито, что ты делаешь, блядь? Просил меня. Осквернение 6, 5. Больше духов. Приводили чё? Ну чё, переводи, чё ты, блядь, стесняешься? Комната будет. Голову откиньте. Каску по ханту. Тирса чего сдох? Ваншот, я даже хильнуть не успел. В центре хилим, вот и друиды. Дам массакру. Легче будет. Тимию прохиливайте. Убивайте быстрее. Быстрее, 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 блять, не растягивайте. Захильтесь. Захиль. Рипси. Осквернение, напоминаю, после комнат. Звездочка стоит. Вперед не бежит. Чего, 3 секунды. Выход. Блять, как он вообще с платформы упал, блять, сразу очутился. Ты с упал? Платформы. Да, меня нету. Ага. Ну, типа, я сразу очутился, уже был вне платформы. Я даже не могу. А у нас осквернения нету. Тихо, нахуй, бейте, 12 секунд. Фул дамага. Еще есть одна комната в запасе. Пока никаких костов нету, босс. Тимочка у них есть. По кому бы? Да, я, наверное, пожил. Шли. Гера есть у вас. Геру дайте. Гера, кстати, нет. Добивайте 6%. Переходим к порталу. Сейчас будет это. Прожмите всю комната. Последняя. Гер, по япончику сейчас дайте. Сразу же в комнате. Помогите нам в комнате, Хилан. Прожимками. Сразу смотрите выход, и там будет это осквернение.
СС скинул на войду. Ревность нашел. Покайте. 4% бейте. Духи, блять, баблы там нажмите. Вставай и забирай. Быстрее, войда прохил. Духи там, зеленочку, еще что-то. Откиньте совы. Все, переводи, добивайте 2%. Сейчас это, если есть бабл, Денчик, сквернение чип. Ну вы бежите, блядь. Враска или кто там, есть бабл, блядь, духа. 1%. Ты бабл. Идите, боссы. Спрячьтесь все за лечом. Совы откиньте. Сука. Еще, да ну нахуй. Давай, давай, давай. Да, да пару тысяч добить осталось. Хилы пустые почти. Берса пошла. Он в берсе, если что. Хильте, хильте, у кого мана есть. Хильте. Выйдите сразу просто все в босса. Может, там бабл таунт нужен будет. Если есть бабл, нажимайте бабл у паладина и таунт. Пиздец. Бабл КД. Денчика может. Там добьют, в принципе. Друиды. Друиды, Мишка. Сквернение. Кайтите. Сквернение, череп. Выбежали, блядь. Доты вешайте там, добивайте. Последний герой. Ебануться. Закидали трупами, блядь. Я предлагаю хилам. Смотрела, нет? Хилам снять бы. Здесь осквернение забагало. Он не кидал сразу. Полин. Пацаны, короче, моя пришла, поэтому мы убили. А можешь спросить, кто на касках был из палов? Я япончику в последний момент успел двоимера закинуть. Видел, Сань? Да, я видел. Я не знаю, я руки твои целовал за последние два дня. Он мертвый был. Кто на касках был? Пять. Можно на... Если никому на мой наркус не нужен, зайти поролить на хило? Ты думаешь, там не нужен? Ребут написали 20 минут. Лёша, а я не понял, а почему меня схватила Валя на второй переходке? И я забагался, я стоял на месте. У тебя какие-то проблемы? Бывает, что других рейдов было. Раз меча на самый-самый край, блядь. А то нас с Адачи просто выкинуло, блядь. Ну, то есть нас выпустило с комнаты и сразу... Да-да-да, я понял. С текстуры. Нас резнет, то до сдох, интересно или нет. А чё, в смысле как-то упал там? Да, через текстуры он провалился просто, когда из комнаты вышел. Трону подвели, да? Нет, просто... Ему не надо, можно ходить арти. Он когда засасывает в меч. Если он... что? Если по мейнспеку никому не нужен, можно ходить. Пока давай сразу заводить не будет. Я не знаю, просто Локи может кто из них хочет. Я не знаю. А Лока, Маркус, ну такое. Сундук никто не тронул. Фарад, даже не думай. Полин, ты тут? Да. Лора нужна. Ты смотрел сейчас? Там нет. Сейчас будет Теренаска и Клятва. Да, мне Рестер Друид не понравился, сразу скажу. Это, у меня там, слушай, смотри, я забежал сначала наперед, потом вернулся назад. Там еще кто-то бомбу поймал или нет? Заметил этот момент, нет? Нет, не заметил. Да там много чего. Сундук никто не трогает, когда все зайдут, позовется. Я пошел курить. Можете потихо бить, не сильно, чтобы я успел сундук открыть. Тут хилить не надо, я просто обоссусь сейчас. Лутера дай кому-нибудь, чтобы только разролил, а то один встать, другой курить. И я не лутер. Не волнуйся, я подойду. Кому что-то... Там ребут, понимаешь? Они сейчас могут ребут этот перетащить.
Получается, они минуты 4 назад, наверное. Написали то, что ребот 20 минут. Полин, у меня без абсорба. Либо абсорб, но кривой. Мне не это надо узнать. Без абсорба скинь. Мне не ДЦ-шку надо узнать. Ну вот, я скинул. Спасибо. Ну, ты видишь точнее. Или не видишь? Видите, кто-нибудь сундук не открыл. На всякий случай. Вот, смотри, сейчас это. Гена, кстати, видел, какое топовое сквердение на мой день, да? 15 минут. Сквердение было топовое, потому что оно, блядь, он не кидал. А за Синдру отдавали ЕП, я чуть не помню. Да. Мне что понравилось, оно на меня кинулось. Я жду, когда люди либо вправо, либо влево побегут, а они все на месте стоят. На меня потом, когда разлилась лужа, начали бежать в разные стороны. Благо я маг и могу блинкануться так, чтобы потом сквернение не тикало. Вот я чканул, смотри, было такое, нас выкинуло из комнаты, и не было осквернения. Да. И я бежал, и хуяк на меня, я думаю, ГП, короче, прилетело, похоже. У меня другой прикол был. Бежим в комнате, у меня все зависло, я думал, мы с комнаты вышли. Думаю, все, осквернение, валю нахуй. Начинаю валить, смотрю, уже в центре такой, нахуй, назад стоило. Поднимите. Че, зашла ты там, нет? Да. Тут уже. Блин, Полин, видела, как начальница от осквернения мантил? Так, открываю туда сундук. На ген. Два Митриуса. Да ладно. Да? Да. То, что мы заслужили. Ного коня. Митриусу надо вообще кому-то? Рейд, который мы заслужили. Грамбулу, может быть. У него есть, вроде. У него есть? Ну, на О, только тогда. Так, Вару на О отдают. Вон, может, вот под Т5, нет? Или там не берут Митриус. Еще надо кому? Я во фрусте. А, она на Мишку нет, а вообще не заходит? Нет. Стрелся. Ну, ладно. Там одна ручка на медведя не берется. А, точно. Этот. Нет. Кому еще надо? Митриус. Ну, Альмурси говорит. Там вот можешь Альмурси и Денчику. У меня есть. Ну, Денчику отдай, больше некому. Да, на третий спект. Лут отдаю, скриньте, если. Денечка, никому даже даром не нужны. Так, это. Рольц, короче. У меня ЕПГПшка не включена. Рольц, так. Печеньку героическую. На мейн спек. Тьфу. Я думал, ты коня роль. Не, мне не надо. Оф спек. Кому надо рольц. Уртеми. В какой-то группе. А, мне не показывает, короче, себе скидываю, а потом обмен мне дашь. Мне тоже не показывает. Бля, подожди. Мне тоже в луте не показывает. Короче, в раз-ка тебе скинул, дашь обмен ей. Кому? Артемия. Пускай даст мне обмен. Так. Непобедимый. Через слэшор только сделай, бля. 99 фростгорн, помойка. Кому? Короче. Это. Эльмурсио. ГЦ. Бруно отдать печеньку или кому? Да. Вообще ни роллы, ничего не вижу, нахуй. У меня не ролит. Вот там Эльмурсио сотка. Все поролили. А. Я хуй знаю, я ролил вообще, нет? Усук. Да, старик, 6. Бля, ролик, просто он не проходит роль. Лучше б ты, сука, не говорил. Там кто-то сотку сролил, все равно. Эльмурсия. Вот вечно, знаешь, а самое чудесное, это когда выкидываешь 99, а кто-то сотку кидает. Вообще единица бьет сотку, насколько я знаю. Это знаю.
По этому, как его? По договоренности. Если бы единичка била сотку, мы бы с Геной чаще всего забирали все, что падает. Ага. Это пожалуйста. Все получается, да? ЕП, старик, ты там что за сколько давал? Я за Синдру давал, осталось за Лича. За Синдру давал, да? Сейчас просто ребут, потом время и как бы 4 часа. Ля, после такого Лича вы серьезно думаете, что мы с Джайном будем биться? А тут что-то много людей, которые, в смысле, тут на том рта не было, что ли? Полин, нет, не видел. А чё, кто даст чё ЕП, ГП, КП, ЕП? Можешь дать. 500. 500? Геро, да? Ну, Джай, ну а чё тут раз, что только один? А ты точно за Синдру дал? Да, он давал за Синдру. За Синдру, Полин, да. А там больше таргет на хил.